Привет всем! Современный легковой автомобиль содержит внутри себя около 20 тысяч деталей. Для тех, у кого все-таки нет возможности увидеть сборку современных автомобилей своими глазами, в этом видео коротко рассмотрим основные этапы сборки автомобиля. Процесс производства автомобиля начинается с цеха штамповки или с прессовочного цеха. Следом за формировкой кузовных деталей этап сварки и так далее. После того, как сборка автомобиля завершена, перед тем, как автомобиль попадет к покупателю, каждый автомобиль проходит тестирование. Только после этого завод транспортирует готовый автомобиль в дилерский центр.